Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется городской велосипед от торговой марки «Команч». Модель называется «Holiday». Модель мужская. Такая же есть женская, но в данной ситуации мы рассматриваем мужскую раму. Велосипед для мужчин, рама прямая, как мы видим. Велосипед имеет алюминиевую раму, размер колеса 26 дюймов. Классический городской посадка позволяет комфортно кататься по городу. Есть амортизация подсидела, седло само по себе черное, руль имеет анатомические ручки. Ну, более детально в описании следующее, стоит сказать. Как и сказано, что колесо 26 дюймов, покрышка полусликовая, по центру гладкая, по бокам шипы. Тем самым по городу ехать удобно, комфортно, тихо. Если будете ехать по пересеченной местности, боковые части покрышки, имеющие шипы, будут устойчиво держать велосипед. Обод алюминиевый двойной. Колесо на легкосъемном эксцентрике, что позволяет легко транспортировать велосипед. Снимать колесо тем самым просто. Немаловажно крылья. Крылья имеют очень надежную установку. Как мы видим, на вилке по центру болтом. И в двух частях, на вилке в нижней части, в двух местах. Раз и два. Тем самым трехточечное крепление крыла переднего делает его надежным, оно не дребезжит. Крыло из пластика. Вид у него металлический, но сам по себе это крыло пластиковое. Ниппель у велосипедного колеса, как мы видим, автомобильным. Это легко подкачать в любом месте. Вилка здесь идет амортизационная. Ходом 7 мм, 70 мм. Надо отметить, что велосипед имеет очень большую рулевую колонку, но не сопоставимую со всеми другими велосипедами. Это делает велосипед более надежным. Данный узел очень надежный. Также стоит отметить, что можно поднимать высоту руля от велосипедиста. Изменяя высоту руля, можно регулировать комфортную посадку. Также наклон руля можно изменять. Как мы видим, здесь есть болт, при помощи которого ослабеваем и изменяем угол наклона. Тормозная система здесь механическая, торговой марки Shimano. Монетки совмещены с переключателем, называются моноблоки. С одной стороны переключатель на 7 скоростей, с другой стороны на 3. Передний тормоз, передний переключатель, задний тормоз, задний переключатель. Анатомические ручки приятно будут для рук. В долгих поездках рука не будет уставать. Ну, при описании также стоит отметить, что шатуны имеют большую звезду. Здесь 48. Это позволяет легко держать большую скорость на прямой дороге. Шатуны имеют защитный щиток пластиковый. Это также комфорт добавляет. Педали, как мы видим, пластиковые, удобные. Здесь есть даже возможность кататься на них босиком. Вот это прорезиненные такие части, пупырышки, позволяют легко кататься босиком. Вода не будет скользить. Нога не будет скользить. Передний переключатель торговой марки Shimano с верхней подводкой. Также надо отметить, что здесь стоит хороший переключатель Altus. Задний переключатель, который рассчитан на 7-8 передач. Но так как здесь стоит трещотка, кассета, здесь стоит кассета на 7 скоростей, то данный переключатель будет отлично отрабатывать. Также надо отметить, что и сзади стоит крыло, которое крепится в четырех местах. Раз, два. Также на раме сверху. Три. И вот здесь четвертая часть. Четвертое место крепления. Также учитывать нужно, что тормоза и брейки этот велосипед делает легким. Ну и немаловажно, подножка. Велосипед имеет подножку, при помощи которой можно велосипед легко поставить и не переживать, чтобы он у вас не упал. Также изменяется подседельное седло с легкосъемным эксцентриком. С легкостью можно поменять размер, высоту подсидела. Если вас велосипед данный заинтересовал от торговой марки Команчи, модель называется Holiday M, вы можете обращаться в наш киевский велосипедный магазин. Если вас заинтересовал наш видеообзор на канале YouTube, подписывайтесь. Будем рады каждому, гарантируем скидки постоянным клиентам. До скорых встреч!